Мы с вами находимся в одном из трех хранилищ остеологии, в котором хранятся в основном черепа млекопитающих. Здесь порядка 1500 экспонатов. Большая часть из них разложена по коробкам. Каждая коробка пронумерована. И экспонаты в ней находятся вот в таких вот ячейках. Сделано это для того, чтобы каждый череп можно было при необходимости извлечь, и чтобы не перепутались отдельные фрагменты черепа, потому что при хранении иногда зубы выпадают, после этого обязательно будет реставрация, они будут вклеены обратно. Но, к сожалению, если бы не было этих ячеек, зубы могли бы перепутаться. Из того, что мы можем видеть здесь у нас находятся черепа грызунов. Обратите внимание на мощные резцы, типичные для всех грызунов. Черепа у нас здесь самого разного размера. Есть и очень маленькие. Например, вот такой вот крохотный череп – это череп белки. Часть из них поступала к нам от охотников, часть поступала из зверхсовхозов. Часть были закуплены еще до революции. Например, вот этот вот череп беркширского кабана, это домашняя порода английская, которая была закуплена в 1911 году. На этом черепе находится еще старая этикетка, дореволюционная. Не менее интересный череп – это череп африканского бородавочника, кабана с самыми крупными клыками. На заднем плане вы можете увидеть многочисленные черепа медведей. Они могут показаться небольшими, потому что мы привыкли, что медведь очень крупный, голова у него большая. Но я должен вам напомнить, что у медведя очень мощные мышцы и много шерсти, меха. За счет этого голова кажется такой большой. А, собственно говоря, сам череп не такой уж и большой. Мы видим и нижнюю челюсть, и верхнюю часть черепа, часть смонтированные экспонатов так, что они не разъемные, а часть можно отделить друг от друга. То, что вы видели, это череп белого медведя, а вот это вот, например, череп бурого медведя. Он поврежден, часть мозгового отдела разрушена, но это ценный экспонат, потому что известно место добычи этого зверя, пол и примерный возраст. Он добыт у нас на русском севере, в Костромской области, в Кологривском районе. Здесь же можно увидеть черепа, которые были нам подарены охотниками из сафари-клуба. Они уже смонтированы на медальоны, их можно подвесить на стену. Но когда мы экспонируем подобные черепа, мы снимаем их с медальона, а потом ставим обратно. Большая часть коллекции – это черепа приматов, различных обезьян. Например, здесь у нас черепа крупных человекообразных обезьян. Вот это череп гориллы. Легко его узнать благодаря такому гребню, проходящему по мозговому отделу черепа. Рядом находятся черепа шимпанзе и орангутанов. Человек тоже относится к приматам, и у нас в нашей коллекции есть несколько черепов человека. Но, конечно, основные поступления приматов в наш музей были из Института изучения тропических болезней. Здесь черепа различных макак. В основном это макаки-резусы. Обратите внимание, у обезьян очень крупные, выдающиеся клыки, поэтому можно подумать, что это череп хищника. На самом деле большинство обезьян питается плодами, и мясо употребляют в пищу очень редко. Пожалуй, самый редкий череп в этом хранилище – это неполный череп знаменитой стеллеровой коровы. Стеллерова корова – вымершая млекопитающая, которая не существует на нашей планете уже порядка 200 лет. Это случайная находка, которая была в свое время передана в наш музей. Черепа крупных кошачьих, таких как львы и тигры, в основном попадали к нам из зоопарка. Обратите внимание, на какие мощные черепа и огромные клыки. Есть в этом хранилище и черепа моржей. Мы привыкли к тому, что морж обязательно с огромными клыками. Это его отличительная черта, но это череп молодого моржа, и вы видите, что клыки еще не развиты.
У меня в руках череп очкового медведя. Не надо путать его с хорошо известным бамбуковым медведем или большой пандой. Этот медведь живет в Южной Америке. Это единственный медведь, который встречается во всей Южной Америке. Обратите внимание, его череп очень сильно отличается от черепа белого и бурого медведя. Вот я беру в руки специальный череп белого медведя. Можно сравнить. Помимо размера, видно, что череп белого медведя, кстати, и череп бурого медведя, он вытянут. Череп же очкового медведя, он несколько скруглен. Значительно меньше зубы. Вот этот череп очкового медведя поступил в наш музей из московского зоопарка. Видно, что зверь старый. Обратите внимание, зубы уже почти сточены. То есть умер он от старости своей смертью. Как и большинство животных, черепа которых представлены у нас в коллекции. Если же мы сравним череп белого медведя и бурого медведя, мы увидим, что визуальное отличие достаточно незначительное. Естественно, у белого медведя череп будет крупнее. В остальном форма черепа очень похожа. В принципе, есть версия, что у бурого и белого медведя общий предок. То есть когда-то эти два вида разделились, произойдя от общего предка. Черепа людей, которые хранятся в нашей коллекции, в основном привезены из этнографической экспедиции Троицкого и Никитина в Африку, которая состоялась в начале 20 века, незадолго до революции. Это забытая экспедиция, но данные о ней есть. Есть даже несколько книг по поводу этой экспедиции. На верхних полках хранятся крупные черепа. Это черепа лошадей, куланов и верблюдов. Есть, например, череп породистой арабской лошади, которая называется «Роза Африки». В этом же хранилище хранится скелет самой маленькой птицы. Это колибри. Скелет дореволюционный, был приобретен у немецкой фирмы Умлауфа. Все косточки аккуратно сохранены на хрящиках и подклеены. Он специально находится под колпаком из оргстекла, потому что скелет очень хрупкий. А сейчас вы видите позвонок кита. На севере их очень часто используют в качестве табуретки. Вот так вот просто обработан, ничем не обработанный, очищенный от мышц позвонок ставится на одну плоскость, на другую человек садится, подстелив какую-то ткань. А вот эта вот маленькая косточка, похожая на раковину, на самом деле ушная косточка кита. То есть одна из костей, которая формирует его ухо, благодаря чему кит слышит. У нас эта косточка буквально 2-3 миллиметра. У кита она вот практически с мою ладонь размером. А вот эта вытянутая длинная кость – это бакулюм моржа. Твердая часть, которая находится в половом органе многих млекопитающих. У моржа он самый крупный и выглядит вот так. Именно так он и расположен в теле моржа. А есть бакулюмы и у других млекопитающих. Подробнее мы остановимся на них в следующих роликах. То, что вы видите у меня на ладони – это зуб кашалота. Все представляют, что кашалот огромен, но только взяв в руки его позвонки или зубы, можно представить, насколько он велик. Кашалотовый зуб – это плотная структура, и поэтому она очень ценится резчиками. Из нее делают небольшие миниатюрные изображения, подобные японским нецке. Местные же жители севера, Чукотки и эскимосы Аляски покрывают их различными резьбой и гравировками. Подобные украшенные гравировками клыки хранятся у нас в фонде декоративно-прикладного искусства. Мы с вами уже посмотрели череп бородавочника, а это отдельные его клыки. Чем они интересны? Ну, во-первых, то, что это клыки от бородавочника, добытого в самом начале 20 века, в 1906 году. Добыты они были в Германской Восточной Африке, на территории современной Танзании. И их ценность в том, что мы точно знаем имя охотника, который их добыл. Это некий Ханс Худеман, немецкий офицер, который служил 4 года в Германской Восточной Африке. Обратите внимание, на торцах клыков сделаны латунные обоймицы с колечками. С чем это связано? Это клыки-брелоки. Охотники в то время оформляли свои коллекции не только на медальоны, как на медвежьем черепе, то, что я вам показывал, но вот, например, клыки бородавочника подвешивались по несколько штук на шнуре и вешались на стену, показывая мастерство охотника. Чем больше были клыки, тем крупнее был добытый ими зверь.
А этот череп недавно поступил в нашу коллекцию. Это череп львинохвостого макака из московского зоопарка. Чем он интересен? Интересен тем, что осталось на нашей планете, в живой природе, порядка всего лишь 3000 особей. То есть он находится на грани исчезновения. Живут они исключительно в Индии, в двух локальных популяциях, не связанных друг с другом. А это скелет попугая арра южноамериканского. Одно из старейших приобретений нашего музея, куплен в 1910 году у немецкой фирмы Умлауфа. Мощный клюв попугая помогает ему разгрызать самые твердые плоды, такие как орехи. Перед вами черепа лисицы обыкновенной. Зверь совершенно тривиальный, казалось бы, хорошо изученный, но тем не менее, чем они интересны? Дело в том, что поскольку наш музей посвящен теории Дарвина, именно на разных черепах одного и того же вида мы можем показать изменчивость. Если обратить внимание, видно, что эти черепа немножко отличаются по размеру, хотя оба зверя взрослые. То есть это очередное подтверждение дарвиновской теории о том, что существует определенная изменчивость. Черепа изготовлены нашими таксидермистами. Один из самых хрупких черепов в нашей коллекции – это череп ядовитой змеи куфии токарийской. Обратите внимание, какие хрупкие косточки и при этом какие огромные хищные зубы. А вот здесь вот примерно находятся ядовитые железы. При укусе змеи, точнее при ударе, срабатывает эффект шприца, и яд через канал зубов впрыскивается в рану, вызывая отравление жертвы. Эта змея очень опасна, в том числе и для человека. Есть в нашем музее черепа рыб. Обратите внимание, это череп достаточно крупного сома. Хотя бывают экземпляры значительно крупнее, например, тот сом, который представлен в нашей экспозиции на третьем этаже в зале «Зоогеография». Вы видели бакулум моржа, а сейчас перед вами моржовый клык. Клык взрослого моржа. Помимо этого клыка в коллекции остеологии музея и в этом хранилище очень много других интересных экспонатов, которые мы вам покажем в следующих сюжетах.